Всем здорово! Как я и обещал, не прошло еще даже 24 часа, и мы выложили еще один видеоролик, потому что под прошлым видеороликом вы набрали 150 тысяч лайков. Только я обещал, что это будет видеоролик про лазер, но это видеоролик про петарды, здесь нет вообще лазера. Но не стоит расстраиваться, потому что ролик про лазер мы тоже сняли, и более того, мы его даже уже опубликовали. Только мы опубликовали его на лайв-канал. Да, теперь у нас есть еще и лайв-канал, куда мы будем публиковать короткие лайв-эксперименты, которые будут выходить по несколько раз в день. Суть каждого ролика — это один эксперимент, и все. И как я уже говорил ранее, видосы будут выходить каждый день по несколько раз. Короче, максимальный everyday. И публикация роликов будет зависеть только от вас, а если быть конкретней, только от ваших лайков. Поэтому прямо сейчас бегите, спускайтесь под видеоролик, переходите по ссылочке и смотрите наш лайв-канал, где уже вышел первый видеоролик про лазер. И скоро там выйдет еще один видеоролик про бенгальские огни. А потом еще один ролик про липучки для мух. Ролик про трактор и кучу всяких штук интересных, которые вы там сможете найти ближайшие, вот прям очень скоро. То есть сегодня уже выйдет несколько роликов, и завтра выйдет несколько роликов. Каждый день будет выходить много роликов, да? Ну а здесь все так же будут продолжаться публиковаться ролики по несколько раз в неделю, которые будут хроном 20 минут. И, кстати, сейчас мы переходим к следующему из них, это ролик про петарды. Поехали! Взрывной вкус! Всем здорово, ребят! В сегодняшнем видеоролике мы в очередной раз проведем кучу разных экспериментов с петардами. И будем проводить такие эксперименты, в которых результат будет неочевидным. Наша цель не просто что-то взрывать, а отвечать на какие-то вопросы, о которых вы даже наверняка и не задумывались до того момента, пока не увидели наш видеоролик. Ну и самое главное, то, что я повторю еще тысячу раз в этом видеоролике, ни в коем случае нельзя пользоваться петардами, потому что это очень опасно. И все, что делаем мы в видеоролике, мы делаем огромной командой, с большой подготовкой и при этом соблюдая всю технику безопасности. Техника безопасности, ребят, ни в коем случае нельзя это делать нигде, кроме у нас в ангаре. И что самое важное, в ходе сегодняшнего видеоролика вы сможете увидеть кучу различных исходов экспериментов, в которых вы поймете, почему взрывать петарды так, как взрываем мы, ни в коем случае не нужно. Ну а прямо сейчас я предлагаю начинать. Итак, ребят, первым экспериментом я взял эти 6 абсолютно одинаковых блоков. Единственное отличие — это то, что в каждом из них находится петарда разного калибра. У каждого этого цилиндра диаметр 15 сантиметров. И вот очень сильно интересно, взрыв каких петард сможет выдержать бетон? По сути, бетон — это очень что-то прочное. Его используют в строительстве домов. Вот настолько ли он прочный, чтобы выдержать взрыв петард? Давайте проверим. И начнем с самой маленькой петарды, первого корсара. Я практически на 100% уверен, что от первой петарды бетонному блоку ничего не будет. Убегай, 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 убегай. Было очень страшно, но петарда первого корсара абсолютно ничего не сделала бетонному блоку. Я вообще не понял, что произошло, но, наверное, это был взрыв. Я так полагаю, просто у этой петарды не было абсолютно никакой мощности, чтобы сопротивляться бетонным стенам. Она просто пшикнула вверх, как... все. Давайте посмотрим, что будет с петардой второго корсара. Поехали! Я думаю, что произойдет примерно то же самое. Это всего лишь второй корсар. Практически то же самое. Но в любом случае бетонный блок выдержал этот взрыв, и с ним ничего не произошло, он абсолютно целый. Мы переходим к третьему корсару. Опа, так. Две петарды до этого не справились с бетоном и просто вылетели вверх. Посмотрим, что будет с третьим корсаром.
Опа! Бежим! Что? Это было очень странно. Слушайте, ну... Бетон очень сильно оказывает сопротивление на петарды, я могу сказать. Три петарды уже не справились с этим. И мы переходим к четвертому корсару. Вот тут мне уже кажется, что сейчас что-то будет, да. Сейчас бомбанет. Вот так. Ну, собственно, все. Четвертый корсар справился с бетонным блоком и уничтожил его на много частей. У нас осталось еще две петарды, шестой и восьмой корсар. Но так как четвертая петарда уже разбила цилиндр, мы ответили на вопрос, какую петарду выдержит бетон. Поэтому я не вижу смысла взрывать другие петарды, потому что, очевидно, они разлетятся. Мы же с вами снимаем сегодня видеоролик научно-познавательного характера, а не просто прикалываемся, да? Поэтому взрывать шестой и восьмой корсар я не буду. То, как сегодня еще разлетаются разные предметы, я думаю, вы насмотритесь. Поэтому переходим к следующему эксперименту. Пам-пам! Пам-пам! Я совершенно не умею пользоваться этой штукой от слова вот прям собака. Просто все время говорится от слова совсем, а я решил другое слово сказать. Да как вообще она пользуется, я не понимаю. Короче, я вообще без понятия, как это работает. И, собственно, зачем мне знать, как это работает? Потому что здесь будет совершенно другой эксперимент. Я не буду пытаться сделать какую-то композицию при помощи взрыва петард. Почему я вообще взял эту штуку? Короче, я много раз видел в мультфильмах, как взрываются всякие вот такие вот трубы. И вот эта часть, она разлетается вот прям на несколько частей. И все это в мультиках выглядит безумно эффектно. Как это будет выглядеть в жизни, я без понятия. Взорвется она вообще или нет, я тоже без понятия. Единственное, что я еще понимаю, что это нам нужно сюда засунуть петарду, хорошенько ее запихать и поджечь. Так, вернем как было. Не дудит. Знаете, мне сейчас еще стало интересно. Когда произойдет взрыв, какой будет звук? Будет ли там звучать какая-то мелодия или нет? Давай! Почти получилось! Только она как-то наоборот вывернулась. Здесь тоже все вывернулось. Но я, знаете, думаю, звучание после этого особо не изменится. По-моему, ничего не поменялось. Так она еще и меньше весить стала. Ладно, что я могу сказать? Я хочу посмотреть, что произойдет, если мы возьмем петарду и засунем ее в какую-нибудь бытовую технику. Например, микроволновка. Если честно, я не совсем понимаю, что сейчас произойдет, потому что микроволновка, по сути, она разогревает различные предметы, и некоторые из предметов она зажигает. Но вот что произойдет, если мы засунем туда петарду? Загорится петарда или нет? Я без понятия. Но очень хочу вас предупредить о том, что ни в коем случае не стоит повторять такие же эксперименты, как это будем делать мы. Еще раз напоминаю, что у нас специально оборудованное помещение. Мы проводим эксперименты. Вокруг нас куча защиты. Куча врачей, видите, в халатах. Мало кто знал, но мы все врачи. И у нас есть защита, у нас даже камеры стоят под защитой. В общем, петарды детям не игрушки. Ни в коем случае не проводите с ними эксперименты. Просто смотрите на них на нашем канале. Это я делаю. Само собой, микроволновка не будет включаться сразу.
это опасно. Мы вот делаем все безопасно. Было бы очень глупо включать микроволновку прям там. Потому что взрыв мог произойти моментально. Но вот сейчас теперь я нахожусь в безопасном месте, и все, поехали. Та-дам! У вас, кстати, пока что есть время написать комментарий. Взорвется ли петарда в микроволновке или нет? Быстрее пишите комментарий! Быстрее! Ладно, вы не успели. Какого хрена? Я был на 100% уверен, что она не взорвется. Теперь вы понимаете, что петарды совать в микроволновку уж точно не надо. Мне очень интересно посмотреть на то, что там произошло в слоумо. Охренеть. Просто охренеть. Микроволновка реально разлетелась. Я таких эпичных взрывов не видел вообще никогда. Еще раз повторю, никогда не суйте петарды в технику. Тостер! Давайте посмотрим, что произойдет с петардой в тостере. Очень сильно захотелось покушать хлебушек. Я думаю, петарда хлеб холоднее точно не сделает, поэтому лишним, я думаю, не будет. Давайте посмотрим, что произойдет с тостером, если засунуть в него петарду и включить. Ладно, пойдемте. Да-да-да. Все готовы? Да. Все спрятались? Она загорелась! Ну все! Как же все разлетается, черт возьми! Так, где мой хлеб? Ну какого хрена? Какого хрена? Ну что ж ты сделал? Ну, ты уронил на пол! Зачем ты хлеб на пол наронять-то нельзя, ну? Как мы выяснили, петарду не стоит совать в тостер, потому что тостер взорвется вместе с петардой. Во что же еще не стоит совать петарду? Или на что? Мне нужна следующая техника. И это у нас утюг. Так, все работает. Он пока отключен. Ставим утюг на петарду и смотрим, что произойдет. Что же произойдет? Я даже не представляю, что же сейчас будет. Я не понимаю, что там дымит? Это либо пар, либо петарда горит. Так, мы взяли новую петарду, я предлагаю теперь не положить, а поставить утюг прямо на вот серу. Вроде все работает. Побежали теперь. Честно, мне кажется, что утюг не сможет взорвать петарду, потому что все-таки эта штука предназначена для одежды, чтобы она не загорелась ни в коем случае. 21 век на дворе как-никак. Зачем делать такой утюг, чтобы одежда могла сгореть? Эта крышечка открылась там, где водичка.
Так, водичка на месте. Утюг даже может делать вот так. Работает! Ну а сейчас мы возьмем следующую технику, и это будет... Как вы думаете, возможно ли зажечь петарду при помощи электрошокера? Честно, я практически уверен, что нет. Хотя бумагу она нормально так прожигает. Электрошокер бумагу прожег без проблем вообще. Но что если мы сейчас возьмем точно так же петарду и поставим петарду между вот этих вот металлических хренотеней? Прожжется она или нет? Очень интересно, давайте проверим. Прикол в том, что я петарду поставил так, чтобы она соприкасалась именно не с серой. Смотря на бумагу, по идее, должна взорваться. И если она взорвется, то, скорее всего, она взорвется прям моментально, без всяких возгораний. Потому что электричество пробьет слои бумаги, и все. По сути, этот бумажный корпус, в принципе, предназначен для того, чтобы не было никаких возгораний случайных. Типа, это своего рода защита. Я думаю, никаких взаимодействий не сделаю так, чтобы петарда взорвалась через корпус. В очередной раз мы смогли прожечь петарду. Вот, собственно, вот эта вот красненькая штучка, это то, что смог прожечь электрошокер. Глубже, к сожалению, электрошокер зайти не смог. Но давайте возьмем еще одну петарду и посмотрим, сможем ли мы зажечь ее при помощи того, что электрическую дугу направим на серу. Загорелась. Она тоже загорелась. Она загорелась от электрошокера. Загорелась. Получается, пока что вся техника, которую мы соприкасаем с петардой, она загорается. Получается, можно даже зажечь петарду при помощи электричества. Мне действительно очень интересно, сможет ли лампочка разогреться настолько, что находящиеся рядом с ней петарды зажгутся. Давайте посмотрим. Не знаю, в какой ситуации вам потребуется вот эта информация, взорвется ли петарды от лампочек или нет, но почему бы и нет? Почему бы не узнать, взорвутся ли петарды от лампочек? Ну и вообще, если честно, я до конца не уверен, взорвется она или нет. Но я все равно спрячусь. У меня есть ощущение, что она не собирается взрываться. Честно, вот в чем, в лампочках я был уверен, что они взорвут петарду. Но они уже минуты 4 стоят и ничего не происходит. Возможно, у нас недостаточно мощная лампочка, кстати говоря. Все равно я вам не советую делать так ни в коем случае, потому что то, почему она не взорвалась у нас, это не совсем для меня понятно. Ну, скорее всего, просто температуры не хватило. А у вас она может быть мощная лампочка, и тогда все взорвется. Поэтому никогда не проверяйте никакие эксперименты. Я это буду каждый раз говорить по 10 тысяч раз, чтобы ни в коем случае этого точно никто не делал. Короче, ребят, весь ролик мы пытались петарды взорвать разными способами. Засовывали в разную технику, которая так или иначе зажигала эти петарды. Просто поджигали петарды, пытаясь что-то уничтожить. Но то, что мы будем делать сейчас, мы сегодня еще точно ни разу не делали. Сейчас мы попробуем при помощи техники избежать взрыва петарды. Это блендер. Тактика такая. Я сейчас забрасываю туда петарду, поджигаю ее с фитилем, поджигаю ее фитиль, убегаю и включаю там блендер. Так вот,
Мне очень сильно интересно, сможет ли блендер размолоть петарду так, что он предотвратит взрыв? То есть, возможно ли деактивировать петарду при помощи блендера? Очень интересно и очень непонятно, что произойдет. Но смотря на лезвия, которые находятся в блендере, мне почему-то кажется, что все шансы того, что все-таки петарда не взорвется. Это будет самый эпичный невзрыв петарды! Такое вы увидите только на нашем канале. Поехали! Побежали! Сейчас, как только петарда зайдет внутрь, я сразу включаю. Она зашла внутрь, я включаю. Выглядит так, как будто петарда превратилась в какую-то хрень. Там какое-то облако летает. Как мы можем заметить, блендер деактивировал петарду, и она не взорвалась! Самые эпичные невзрывы на этом канале! Звучит, конечно, это все чертовски странно. Знаете, что я могу сказать? Сейчас блендер деактивировал петарду в тот момент, когда горел всего лишь фитиль. То есть как бы сама петарда еще не горела. Но что если сейчас мы засунем петарду еще один раз и включим блендер только в тот момент, когда загорится именно вот эта розовая штучка. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, петарда взорвется, потому что это же петарда, типа я не знаю. Я думаю, взрыва как такового не будет, но в момент, когда петарда разорвется и весь порох выйдет наружу, просто произойдет яркая вспышка, но ничего не разнесет. Кирюх, что думаешь, взорвется в блендере или нет? Я думаю, нет, потому что я хочу спать и не хочу, чтобы она меня разбудила. Вот. Я все-таки думаю, что взрыв будет. Потому что эта штука будет гореть, и весь порох, который вылетит отсюда, он просто все это... Пау! Не знаю. Да! Работает! При помощи блендера у нас получилось остановить взрыв, даже когда загорелась сера. Но все равно, несмотря на то, что у нас все получилось, еще раз предупреждаю, ни в коем случае нельзя проводить подобные эксперименты вам. Ни при каких условиях. Я вам уже за сегодня показал, как разлетается различная техника, если в нее засунуть петарду. Это может закончиться очень плохо, потому что все эти осколки разлетаются вообще в клочья. В общем, я вам могу это повторять бесконечно. Ни в коем случае не повторяйте эксперименты с петардами. Это очень опасно. Фух. Но у нас остался еще один, последний эксперимент на сегодня. И в нем мы тоже постараемся деактивировать взрыв петарды. Только уже немножечко другим способом. Бросим молот во время того, когда она будет уже гореть. Сможет ли обычный удар деактивировать петарду от взрыва? Давайте проверим. То чувство, когда больше боишься не взрыва петарды, а вот этого молота сверху. Роняй. Могу сказать. Получается, что мы ускорили взрыв? Я не знаю, что сказать касаемо того, что мы сейчас увидели, но это выглядит так, как будто мы ускорили процесс взрыва петарды, и из-за этого он как-то не полностью, что ли, взорвался, то есть он часть пороха, возможно, как-то разлетелась. Но суть в том, что
сам вот этот тот взрыв был, он очень какой-то глухой, тихий. Такое ощущение, что у нас получилось как-то повлиять на взрыв, но само собой предотвратить у нас его не получилось. Еще раз говорю, ни в коем случае не повторяйте эксперименты с петардами, потому что это может быть очень опасно. Вот. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Всем удачи! И всем пока!